Так, Венера, наша родненькая, маленькая, вползает, серповидная, 20:57 по Киеву, в Харькове, 2 мая 2020 года. Это наша Венерка падает за горизонт, прячется. Настолько быстро, при 125-градном увеличении. Где ты пропала? Красавица, 63 миллиона километров до нее. 63 миллиона километров до нее. И с каждым днем она все ближе к Земле, но, к сожалению, с каждым днем она все ниже над горизонтом появляется. Все пропало. Настройки ручные, попробовала снимать на автомате. Засвет идет страшный, получается не Венера, а какая-то звезда смерти, сияющая. Не видно никакого серпика. То есть тут видно, что это никакая не звезда, а планета, частично освещенная Солнцем. В точности как спутник Земли, Луна сейчас. Сейчас мы и на Луну наведемся, кратеры посмотрим. Не убегай. Что-то я не понял. Вот сейчас я колесо резкости вращаю. Эх, все. Ладно, не буду издеваться. Скачет по всему экрану. Небольшое увеличение. Посмотрим сейчас на Луну, которая не в 63 миллионах километрах, а на расстоянии 363 на тысяч километров от Земли. Тоже 63 на 363. А зараза, пока я тут разглагольствовал, у нас облачка нашли. Оперативненько они. Смотри, как обидно. Ну ладно. Обещал кратер, вот они кратера. И ветерок поднимается. Ну ладно, хорошо, и на том спасибо. Ну да, некоторая даже пикантность присутствует. Облака на Луне. Все, тю-тю. Ладушки.
совсем исчезла луна. Еще раз попробовать Венеру навестись, она пока не в облаках. Оп! Не убегай. Диском пытаюсь навести колесом. Не, ветер сильный уже. Сейчас будет тряска вообще неимоверная. Ладушка. Хватит на сегодня, 2 мая 2020 год, Харьков.